законодательство говорит о разумном сроке. Да? То есть предполагается, что любые работы, которые должны быть выполнены, имеют свой разумный срок. То есть, допустим, если вы обращаетесь в компанию строительную, которая говорит, что сделает вам ремонт за 2 месяца, ну, значит, этот срок примерно таким и должен быть. Соответственно, если говорить о разумных сроках, можно дольщику вести себя следующим образом. Он может обратиться в 2-3 компании, получить смету на устранение этих дефектов, понять, сколько примерно средняя арифметическая стоимость устранения этих дефектов, и одновременно понять, в какие сроки компания обещает устранить эти дефекты, и эти сроки будут судом признаваться разумными. Говорить о том, что любой ремонт можно растянуть на годы, но это неправильно. Дольщик, собирая информацию о том, сколько будет стоить ремонт, получит в состоянии получить информацию и о том, сколько составляет срок по устранению. Если эту информацию, допустим, если это месяц, но за 1,5 месяца, если застройщик не устранил эти недостатки, но уже стоит беспокоиться, поскольку, ну да, есть у застройщика такая черта, как принятие там административных решений, выделение, там согласование по отделам и так далее. На это может уйти какое-то время. Но если срок превышен уже в 1,5 раза, надеяться, что это произойдет в следующую неделю, не стоит.